Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдис, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы и продолжаем его снимать. Да, ребята, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос. Если хотите больше серий с троллингом, давайте наберем как можно больше лайков, и мы погнали троллить Жеку, да? Я что-то растолстел. Да, я вижу, жрёшь много просто. Всё, давай. В общем, ребята, вот карта на мою сегодняшнюю серию троллинга. Что Жека будет сегодня делать? У Жеки проблема. У Жеки, знаете, какая проблема? Очень большая проблема. У Жеки дома прорвало трубу. И у Жеки все каканюли из туалета вышли наружу. Поэтому сегодня у Жеки будет прям важное задание. Починить его сантехнику, да? Поэтому Жека сегодня отправится в канализацию. Но это не самая главная проблема. А самая главная проблема у Жеки самая главная проблема. Жека не может ходить в туалет. Не зря у него прорвало трубу, потому что у Жеки очень длительный запор. Ну это все включено в мой сюжет, то есть не в реальной жизни, но все же. Ребята, я больше вам ничего не буду сказать, у меня прям завораживающий такой сюжет. Поэтому знаете что, давайте мы сначала пойдем к Жеке, пройдем его карту, а потом уже вернемся на мою. И Жека пострадает то ли от запора, то ли от поноса, не знаю. Поэтому давайте, ребята, потопали сначала на карту Жеки, а потом вернемся на мою и посмотрим, сможет ли Жека справиться со своей проблемой. Эдуарду Перецьян, здравствуйте, не смотрите, мне как вас дела? Да, у меня нормально, можно проходить, можно? Не, подожди, что такое? Небольшая предыстория, помнишь, ты мне рассказывал, что ты очень любишь готовить? Ну вот, ты даже хотел когда-то стать поваром, помнишь, да? Ну. Вот, я, конечно, не знаю, на практике он еще мне ничего не готовил, но посмотрим, скоро переедем в Питер, как бы, да, проверим. Я тебе буду готовить, ты мне будешь готовить, я тебе вообще ничего делать не буду. Я буду кричать из другой комнаты, эй, десант, борщ! Вот, короче, у тебя сегодня появилась просто уникальная возможность, проходи. Тебя пригласили работать в ресторан, который даже называется Эдисон, прикинь? Ой-ой-ой, ой, Эдисон уже... Я случайно. Что-то померла наша Эдуарда Перецьяна. Да. Вот. В общем, смотри, Эдисон, это директор ресторана, он готов тебя сразу взять на работу шеф-повара, но для этого ему потребуется, точнее тебе потребуется... Скверный суп с чебуреками, да? Да, а приготовить его ты можешь вот этой вот колбочке, вот тут можешь его приготовить. Но для этого тебе нужны ингредиенты, понимаешь? Ингредиенты, да? А где мне их взять? Хорошо подумай, вот у кого можно взять чебуреки, у кого можно взять скверну, у кого можно взять как бы водичку? Ну водичку, наверное, вот тут где-то можно взять, мне кажется. Да, думаешь, можно тут взять водичку? Ну попробуй взять водичку, конечно. Вряд ли, конечно, тут, тут вряд ли, конечно, смогу что-то сделать. Что-то не получилось, да? Да. Ну, поищи, может, какие-то скрытые проходы найдешь, не знаю. Так. Слушай, Эдисон, это, подожди секунду, это, походу, Хардстоун кафе, прикинь? Хардстоун кафе? Логотип Хардстоуна, прикинь, ХС написано. Нифига себе, а что мне делать надо? Тебе, Эдисон, чтобы попасть сюда, нужно ответить правильно на вопрос. Как бы мы с Эдисоном играем в одну игру, Хардстоун, я думаю, ты знаешь, что там этот вопрос, нет, прочитай. Знаменитая фраза Иллидана из вселенной Warcraft. Вы сломлены, вы подавлены, вы все умрете. Давай, вы не готовы. Вы правда не готовы, Эдисон. Причем тут Иллидан к борщу и супу. Как бы тебе нужно скверну, да? Скверну. А скверна как бы есть у демонов, а демоны как бы связаны с стеной Варкрафта. Вот, но мне кажется, тебе все равно не поможет это. Кажется, Иллидан тебе вряд ли бы как-то. Ну, и что мне делать, Ну, не знаю, но думай. Ёп, туханый бабай, заколебал уже с этими телепортами, водой вот этой. Так. Ну давай, Эдисон, думай. Ну подожди, может быть тебе нужно как-нибудь что-то другое найти? Может это просто троллинг, да? Так, ну хорошо, а что мне надо найти? У меня такой вопрос. Ну я не знаю, Эдисон, поищи обязательно, что-то найти. Шо, попробуй дальше куда-то пройти, не знаю. Куда дальше? Куда дальше? В этой комнате попробуй что-нибудь найти там, я не знаю. Давай, открой свои глаза, я наконец-таки. Вот, в общем, Эдисон, это собственно, у нас Хардстоун кафе. Ну, подожди, не Да, заколебал, ну! Иди, это потом. Хорошо. Вот,
Это вот Харстоун кафе. Я понял, я уже понял. Я тебе дам как бы карточку, так уж и быть можно. А, спасибо, спасибо, спасибо. Можно проходить, да? Проходи, да, проходи. Это Харстоунчики! Они нападают! Бей Харстоунчика! Харстоунчики, как мне их убить? Бей, руками фигачь! Да вряд ли я Харстоунчика смогу убить, Джека. Да сможешь. Скверно выпал, еще один. Я сейчас дам откуда? Ну, все. Так, сколько у меня две. Скверно у тебя есть. Три. Эдисон, тебе еще нужны чебуреки? Вот давай так вот. Где ты можешь взять чебуреки? Чебуреки? Да. Бомжа какого-то, не знаю. Хорошо, допустим, это так, Эдисон, давай, все, иди, ищи чебуреки. Что ты тут все поломаешь? Не знаю, мне просто нравятся картины той. Опа, вот, прикольно. Так, чебуреки, да, мне надо найти. А где чебуреки? Чебуреков найти. Чебуречечки, да? Ну, чебуреки-то нужно найти, да. Чебуречечки. Так, хорошо. Мне кажется, чебуреки есть на вокзале. Мне вот кажется, что это точно есть на вокзале. Они есть у хачапурчиков, Эдисон! Мне тоже так кажется, у хачапурчиков есть. Так, иди сюда, поскольку... Чебурек, Эдисон! Так, ой, да сколько этих хачапурчиков? Может, хватит уже? Давай. Еще один, давай. Блин, подыхай уже. Так. У меня чебуреки, да? Это вокзал, да? Вокзал. Да, это вокзал. Но тебе еще нужно... Что-то пошло не так, Эдисон. Но тебе еще нужно ведро с водой, чтобы сделать суп со скверной и с чебуреками. А где я ведро с водой смогу взять? Вот тут, конечно, надо тебе подумать. Не, ну тут проблема, в принципе, я согласен, да? Да, думаешь, тут проблема? Опа! Нет никакой проблемы, Эдисон, все хорошо. Давай, проходи. Да, не толкаться! Ладно, вообще это должен быть Димон 2, но хорошо, ладно. Толкается он, не надо толкаться! Ты молодец! Пойдет на мать! Ну ладно, даже быстрее будет. Эдисон, как бы понимаешь, ты все нашел. Ты наконец-то можешь стать шеф-поваром, пойти в ресторан, а ты взял из сундука? А что там было? Ну все, молодец. Ах ты! Карту мы ломает, ну ладно, Эдисон, так чтобы сегодня твой день, сегодня станешь настоящим шеф-поваром, покупай там все. Покупай. Жека, нет. Тут у меня проблемка одна небольшая. Ага, что-то ты не ту воду, да, кажется? Да, я не ту воду. А тут она как бы тоже не та, Жека. А где-то есть нормальная вода, где-то есть нормальная. Видимо, ты взял не ту воду все-таки. Я тебя сейчас убью, честно. Давай, Эдисон. А вот поторопился, да, и все. И что? Вот так нельзя, вот что ты тут все мне поломал. Опа, вот нормальная водичка, вот она нормальная. Вот и нормальная, вот тут я согласен. Так, хорошо. Давай, дам мне какую-то, так. Так, все. Эдисон. Такой себе ресторан, если честно, ну. Ну я тебе. Это для начала сойдет. Эдисон, я решил, что в этой серии как бы тебя не будут троллить. Вот вообще прям не будут тебя троллить. Ты получил свое, я как бы рад за тебя. Только вот борщ мне с Моргани и все. И как бы все будет нормально. Да. Ну если. Что взамен будет? Ну ты сейчас у тебя слушал сложно, ты же шеф-повар. А что я тебе должен борщ варганить? У меня такой вопрос, а? Ну, тебе что, трудно для друга борщ варганить? Хотя тут как бы в ресторане шеф-поваром сделал, понимаешь? О, ну тут, Жека, тут только вино у нас есть, тут борща нет. Ой, слушай, Эдисон, что за проблема? Заминирован. Поскольку заминировали ресторан, а кто заминировал? Хачапурчики, наверное, да? Хачапурчики, падла, заминировали ресторан, Эдисон. Вообще охренели. Эх, да, давайте, эх, не получилось. Ну ладно, ты пытался стать поваром, ладно, Эдисон, в другой раз ты не станешь, не страшно, как бы, все будет хорошо. Хорошо, ну ладно, Жека, тогда у меня продолжение сюжета будет. Хорошо. Ну все же, я тебе сделал борщ, да, все нормально. Да. Но ты... У тебя проблемы с животом, Жека. Тебе надо в туалет, да. То ли у тебя понос, то ли у тебя запор. Я не знаю, Жека, но у тебя проблемы. Понимаешь? Серьезные проблемы. Ой, вот еще одна проблема. У тебя проблемки с животом. У тебя диарея, да? Я честно не знаю, у тебя диарея или у тебя запор, Жека? Ну, а если честно? Он мне сам сказал перед серией, то что у него там траблы. Какие траблы? А что, сейчас такой пацаны, типа, это не девушка, это не девушка. Да. Боже, провокация. В общем, Жека, у тебя прорвало трубу и воняет какакундями дома. Надо что-то сделать. Понял. Поэтому давай на улицу искать канализацию. Это мои тачки, да? Нет.
Ну блин. Надо найти канализацию. Пчела летает! Пчела! Сейчас укусит Джека! Надо найти канализацию, чтобы починить трубу дома. И чтобы наконец-то пропоносится, Джека. Хорошо. Так, да. Я, кажется, я нашел канализацию. Да. О, что это тут такое? А что это такое? Что тут ничего нету? А что? Нет, ничего нету. Нет в канализации. Да это все, ничего тут в канализации, Джека, нету. А что тебе не делать? Все, подыхать, Джека. Подыхать. Ага. Давай. Ну, плохая у тебя канализация во дворе, да. Что должно быть? Ну, в принципе, да, там что-то должно быть, Джек. Ты там поищи пока, а я подожду. Это не у меня запор. Ага, я там увидел ТНТ! Да? Опа-на! Кажется, Эдисон меня что-то тут хочется не створить. Ничего, Джек, ищи дальше, ищи другую канализацию. Так, ну хорошо, другую канализацию. Может, под машинами? Под машинами есть? Не, под машинами ничего нету. Ага, да. А как ты вообще ими управляешь? У меня такой вопрос, а? А назад можно ездить на машине. А, то есть назад можно, даже без бензина. Прикольно. Да. Чё, Жека, тебе надо другую канализацию найти, другую какую-то. А, то есть тут две канализации, да, нормально. А, может и больше, кто его знает. Если я знаю, куда ты обычно прячешься к канализации, всякие вот проходы секретные. Mm-hmm. Сейчас мы найдем. Куда? Ты чё машины видел, Жека? Это не твои, как машины, чё ты тут воруешь? Да блин, я так просто... Давай! Ничего тут нет, смотри, устроил тут. В смысле, где я? Чё там, Жека, чё? Это канализация, как я понимаю? Да. Нет. Это я какая-то плохая канализация. Опа. А тут я уже был, да? Или нет? Не знаю. А, стоп, это и есть-то. Нет. Вроде нет. Где я? Помогите! Да, нет, тут только канализация, Жека, только канализация, если честно. То есть я сейчас должен докататься. Да. Еноты тут всякие бегают, какие-то паршивые. Смотрите, аварии, везде аварии, Жека. Тут камеры везде, сейчас заснимут и все. Да, нормально, если все под контролем. Да ёкарный бабай, что вообще происходит? Где я? Я вижу, как у тебя все под контролем. Ой, смотри, машина. Кстати, ты не заметил, что тут машина полиции стоит? То есть ничего, как бы, то, что ты нарушаешь тут закон, нет? Не страшно, Ну хорошо. Сейчас мы эту машину подвинем. Опа, что-то тут... Да ёкарный ничего не... Ага, ну там, мне кажется... Нет! Вот истинный майнкрафтер, увидел лаву, прыгнул в нее. Ну хорошо. Ну это троллинг, я должен... Мы же не стандартные. Я не знаю, куда идти. Мне кажется, тут где-то спрятанный проход, еще какую-то канализацию. Вот странное дерево, ты не заметил с самого начала, Жека? Я заметил, но что-то не покупал. А, ну стоп, я там как бы нашел канализацию. Не, ты в дереве не нашел ничего. Да, я вот тут вот здесь. Это же не дерево. Дебила кусок! Это же не дерево, Жека! Можно я ТПшность? Нет. Ну, да, просто там падать долго. В смысле, подожди. Вот дерево, вот само дерево. Вот. Что, мне его потыкать, что ли, или что? Я не знаю. Может, там есть какие-то скрытые проходы в дереве, Жек? Как ты думаешь? Типа, как-то в гост был... Ага! Всё, я дотёр. Жека, включи гейммод 2. Ага. Опа, так, Жека, у тебя тут... Да что, куда не опилы, и всё, у меня крэнкердык? Нет, это просто канализация. А Жека. Что тут труп убирается? А я сам не знаю, я первый раз в этой канализации, Жека. А в общем, у тебя тут три двери, да? Три. Вот, а тебе надо найти в каждой из них что-то. Да, налево пойдёшь, сдохнешь, прямо пойдёшь, сдохнешь. Давай будем слева начинать, давай. Дай, ещё халямалаша ты! Нет! А чё, в смысле? Я не понял. А тебе надо разгадать загадку, Жека, ты пятнись ко мне. Сейчас. Так, ТП Эдуарду Перезьяну. Давай, тебе надо разгадать загадку. Point. Давай. Загадка, значит. Загадка. Да? В чем тут прикол? В чем тут фишка? Ну просто прыгай, ты поймешь. Типа, я понял, что вот сюда можно встать, но я даже не могу не допрыгнуть сюда. Почему? Можно туда допрыгнуть. Что-то как-то не получается мне туда допрыгнуть. Я допрыгивал, когда проходил, когда строил. Что-то я не могу. Ну окей, я тебе облегчу, чтобы ты не парился. Давай, Жека, давай. Хорошо. Давай. Так, а что-то как-то мне... А, типа отсюда, да, можно прыгать? А, отойди, не вижу. Кать, заколебал! Давай. Зачем ты в сторону побежал, у меня такой вопрос. Я просто нервный. Я знаю, что ты нервный, Жека, давай. Да твою мать! Хорошо, ты нуб, я знаю, поэтому еще облегчу тебе, Жека, давай. Давай.
Опа, молодец, молодец. Так, подожди, ну, если здесь было слева, значит, здесь может быть справа? Да. Значит, здесь либо слева, либо справа, я не знаю. Скорее всего, слева. Да, слева, но я не допрыгнул. Ах, Жека, давай быстро, затягиваешь очень долго, давай. Но, блин, ты сам тут построил своих паркуров, которых я ненавижу. Тут все очень просто. Я же сказал слева. Что за дебил? Вот я тоже об этом подумал, если честно. Что ты за дебил? Так, все хорошо. Круто. Ничего нету. Вторую комнату. Ничего тут не нашел? Я не знаю, почему тут ничего не было, Жека. Давай во вторую комнату. Ну да, кажется, во второй тоже ничего не будет. Ну ладно. Ну как хочешь, в принципе. Я вообще не знаю. Опа. Нет, там ничего нет. Ну как это я могу делать? Перепрыгнуть? Ты сможешь перепрыгнуть вот тут? Молодец. Регенимся. Умер, Жека умер. Давай. Это закрыт проход, я не знаю, ты меня обманываешь. Я пошел. Да в смысле? Ну как хочешь прийти. Там как бы эти видимые блоки. Да, как хочешь. Так, я тоже понимаешь, я... Да. Тут ищи подсказки, вообще соображение, воображение. Я понял, какие тут. Ну я просто не могу даже прыгнуть туда. Думаешь? Сейчас. Тебе походу все облегчать надо, да? Я знаю, что все очень сложно. Да хватит на наступать! Даже я тебе буду облегчать, а то Жека будет это вечно проходить. Так. Молодец. Хорошо, я тебе еще раз буду облегчать. Давай, Жека. Это как бы все реально проходить. Я это пробовал. Я понимаю, но это просто долго будет. Да. Подожди. Ёперный бабай, я вот так же подумал. Ёперный бабай, давай. Так. Молодец. Это лава сверху капает, нет, не нравится. Это ничего страшного, Жека. Ёперный. Хорошо, я тебя вообще облегчил, просто некуда, больше некуда. Шо, пароль? Пароль мне! У меня вопрос же. А ты, кстати, прочекал бардачки у машины? Там, кстати, пароль был. Ты посмотрел, что там в бардачках машин? Посмотрел? Если давай вот тебе просто скажешь пароль, и мы разойдемся мирно, хорошо? Ну как бы, я тебе дал подсказку. Пароль есть наверху, в машинах, там, в бардачке, знаешь, в машине есть. Где-то вот там. В жопу, падла! А чё я? А кто это тут построил мне? Ну, чё ты? Давай. Как это? Карго, пустое карго. Пустое карго. Да, шокарный бабай, монахана-манажаба. Так, пустое. Тоже пустое. Да, вот проблемка, да, возникла? Да, кажется, небольшие проблемы. Есть что-то? N2-4. То есть, типа, вторая цифра, это 4, да? N2-4. N2-4. Так, тихо, не падать. Не падать. Пустое гарго. Пустое, да. Жека, давай, запор ждать не будет. Давай быстрее. 9-4, я понял. 9-4-0, а четвертая цифра где? Жек, а найди вот прям блок, который выделяется вот тут на парковке. Ну, тут что-то выделяется. Ага, понял. Что там? Так, давай. Давай, так. Какой пароль? Давай. Пароль 9407. Давай. Бежит тут кто-то. Нормально. О! Давай, Жека. Ой. 9407. Давай, что там? Ура, туалет! Туалет какать. Ну давай какай! Давай! Ты сантехнику, конечно, не починил, но зато хотя бы прокакаться тут можешь, а не у себя дома. Всё. Давай. Все, покакал. Нет, ты врёшь, Жека. Я знаю, у тебя реальные проблемы, Жека. Ты же сам мне перед серией сказал то, что у тебя запор. Было такое? Я ничего не говорил! Это все вранье! Поэтому, Жека, метод моей бабульки. Бабуля мне говорила, вот будет у тебя друг, будет у него запор. Вот
так и говорил, да? Посади его на бутылку, и в запор пропадет сразу. Давай, Жека, садись на бутылку. Ты сядешь. Ну, у меня запора как бы нет, у тебя запор. Не, ну давай, ну я просто тебе как бы не доверяю, ты сядь, а я потом сяду. Нет, у меня... Будет у меня вот, будет у меня запор, также воспользуюсь методом бабульки. Все, все, сажусь. Опа. Опа. Сел. А ну, пропал запор. Да подожди ты, да подожди ты. Все, 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 все пропало. Давай, а ну, попробуй. Ой, прям проперделся, А ну еще раз, еще. Еще. Надо смыть. Жека, ты что, с ума сошел? Так я понимаю, что запор проперделся, но не настолько, Жека, с ума сошел. Карту всю мою сломал, дебил. То есть я, да, взорвал? То есть я вот проперделся так. Да. Не, конечно, метод бабульки у меня хороший, хороший, но поосторожнее. Это проперделись, как Жек. Пропоноситесь, и будет плохо всем. Всем вокруг. Понял. Ой, Жека. Не, ну подожди, 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 турнир как бы не закончился. Проблема-то осталась, Жека. Да нет, проблем никакой. Ну, у тебя дома как кундями воняют. У тебя там до сих пор труба прорвана. Что будем делать, Жека? Да пофигу. Да в смысле пофигу? А, ну пускай воняет. Вот, да, будем жить, там у Жека там трубу прорвет. Пофигу. Эдисон пофиг, пускай как кундями воняет, да? Эдисон подотрет нормально. Да, да, да. Попку младенцу, да? Я решил, что я тебя... Дурак! Улетай. Ты меня обидел. Я улетаю от тебя. До свидания. До свидания, до свидания. Пока же видос улетает, теплые края. Я буду с вами, ребят, прощаться. Ставьте огромные пальцы вверх. Давайте наберем много лайков на наших видос. Не надо уходить, ты мне больше не нужен. Ребят, ставьте лайки, мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Ты вернулся? Да, спасибо, ребят.